В Заводоковске дебютировал интеллектуально-творческий конкурс красоты для девушек с ограниченными физическими возможностями «Мисс Оптимистка-2015». Данное мероприятие проводится по инициативе общественной молодежной организации «Оптимист» Тюмени и администрации Заводоковского округа. Оценить таланты конкурсанток удалось и нашей съемочной группе. Как и полагается, к выступлению артисты готовятся заранее. Только сегодня происходило настоящее превращение. Обычные девушки городского округа становились принцессами сцены. 6 участниц конкурса «Мисс Оптимистка» по собственной инициативе преображали заводоковские парикмахеры и визажисты. Мы пришли сейчас сразу же на ходу, уже придумываем образ, подбираем под индивидуальность нашей участницы прическу, там, под платье. Макияж, соответственно. Подготовка к конкурсу заняла 1 месяц. С участницами работала целая команда профессионалов различных сфер. Специалисты Комитета культуры, Комитета по делам молодежи и спорта, социальные работники занимались с девушками разработкой номеров, продумывали сценические образы. Мало того, что мы поверили друг в друга, мы – это те, кто готовил участниц, и девушки, которые поверили в своих наставников. Самое главное, что за это время мы попробовали и научились петь, танцевать, декламировать стихи. Мы попробовали раскрепостить наших участниц, мы попробовали привить им что-то новое, то, чем они ранее не занимались. Участницам предстояло пройти на сцене 3 конкурсных испытания. Первый стал своеобразной визитной карточкой, где девушки рассказали о себе, своих увлечениях и даже о заветных мечтах. Второй конкурс открыл участниц с творческой стороны. Домашнее задание не было привязано к определенному жанру. Участницы покорили зрителей талантами. Каждое выступление находило эмоциональный отклик. Девушек щедро награждали овациями и криками «Браво!». Ну, наверное, для того, чтобы раскрепоститься больше, как бы, вот, в плане творчества, все свои замки вот эти вот снять, зажимы, потому что, как бы, занимаюсь вокалом и слишком мешает и все. В таких конкурсах это помогает очень. Каждая девушка стала обладательницей определенного титула – мисс Улыбка, очарование, вдохновение и, главный, мисс Оптимистка. Победительницами в этот день оказались все участницы. Не исключено, что подобные мероприятия станут традицией на заводоковской территории. Не упускай время, цени каждый миг, каждый час. Ведь нам дана аванс. Одна жизнь, один шанс. Анна Мислер, Павел Ушаков, телекомпания «Заводоковское время».